Здравствуйте! С прогнозом синоптика вас знакомит Ксения Ванесова. С 13 по 20 августа в культурно-выставочном центре работает ярмарка башкирского меда «Пасеки Кучаевых». Мед от 250 рублей. Акция: при покупке 1 килограмма меда второй вы получаете в подарок. А теперь о прогнозе синоптиков. В субботу большая часть Зауралья будет находиться на орбите влияния североатлантического циклона. И если регион окажется в теплом секторе этого вихря с характерной переменчивой, но вполне комфортной погодой, то на север станет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый ливнями и порывистым ветром. В Екатеринбурге +26, +28, Челябинске +27, +29, Тюмени +25, +27. Местами возможен небольшой дождь. В Кургане переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура воздуха +12, +14. Днем в Кургане переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха +27, +29. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 757 миллиметров ртутного столба. 17 августа солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго!